сейчас стакада в основном лежа на спине и держа руки вот так вот скрестив перед собой, не позволяет одновременно Олрайту провести результативную атаку. И с другой стороны, конечно же, он отдыхает, поскольку противостояние этой машине, естественно, чрезвычайно болезненно, во-первых, а во-вторых, отнимает колоссальное количество сил. Такада переходит к попытке болевого приема. Но такое ощущение складывается, что это не приносит Олрайту каких-либо болезненных ощущений. Хотя, судя по лицу Гарри, этого не скажешь, конечно. Надо что-то придумать, чтобы уходить от этого захвата. Да, конечно же, поединок равных соперников. Достойны друг друга. И Такада Олбрайта, и Олбрайт Такада. Потерял еще один балл Гарри Олбрайт. Не выдержал. Ну и теперь, конечно же, Такаде нужно начинать работать ногами. Либо он начнет это делать чуть позже, когда Олбрайт обессилит. Нет, начал. Начал, пустил в ход свои ноги. И мало того, еще очень неплохо атаковал. Сразу же с попытки болевого. Ну и что, вот смотрите, нога Такада находится в руках у Олбрайта, а ничего полезного из этого Олбрайт не может извлечь. Ничего, ровным счетом. В отличие от Такады, который постоянно угрожает Олбрайту, немножечко перехватил инициативу на бухе Такады, согласитесь. Если в начале поединка он выглядел, ну, я не знаю, чуть-чуть послабее Гарри, то сейчас инициатива переходит к нему, по крайней мере, уж что касается болевых приемов, то его приемы опаснее, нежели приемы Гарри Олбрайта. И у Олбрайта, и у Такады всего-навсего по одному поражению пока из огромного количества проведенных боев. Еще один балл теряет Гарри Олбрайт. Еще раз неплохо Конор атаковал Такада. Естественно, я думаю, не надо объяснять, за кого болеет сейчас публика. В школе Бусидо проходит в Японии. А Такада сам уроженец японских островов. И вот Такада пошел в разнос, что называется. Несколько раз очень удачно атаковал ногами. И пытается взять Олбрайта еще на один болевой. Сейчас главное для Такады. Разжал замок, фактически разжал, но буквально мгновение не хватило Такаде, чтобы расцепить замок. Гарри Олбрайта, видите, руки так соединены у Гарри, что разорвать их практически нет никакой возможности. Для Такада... Ох, как пропускает Такада. Три удара уже. И Гарри будет бросать. Бросил. Бросил удачно, но, похоже, у Олбрайта у самого нет сил. Еще раз двойной Нельсон. Да. Еще раз двойной Нельсон. И если сейчас Гарри заставит Такаду подняться, а затем бросит с прогибом назад, то Такаде не позавидуешь. Скажу сразу, Такада это прекрасно понимает. Не дает, вернее, пытается не дать Олбрайту провести бросок. Не дал. Все-таки не дал. Зацепил Такада ногу Гарри Олбрайта, поскольку прекрасно понимал, насколько это опасно.
Такада рвется к канатам. А Олбрайт, естественно, не позволяет Такаде. Ну что? Нет, у Такады, судя по всему, еще есть силы, да. Перекатился он на другую сторону ринга. А вот сейчас было видно, насколько устал уже Гарри Олбрайт и как много сил. Ой-ой-ой, что сейчас сделал Олбрайт? Очень жаль, что мы не видели. По-моему, там был удар головой в живот. Олбрайт рванул вперед и сбил просто-напросто вот таким ударом головой в живот Такаду с ног. Да, вот в таком положении Олбрайт не очень хорош. Единственное, что он делает, это пытается сделать болевой прием на правую, преимущественно на правую руку Такады. Пытается заломить ее за спину. Вот сейчас вроде бы прошел этот прием, но близость канатов спасла Такаду. Конечно, никто не хочет проигрывать. Сейчас Такада должен начать работать ногами. Да, совершенно очевидно. Совершенно очевидно, поскольку Олбрайт, известно, этого очень не любит. Только что была ничья, его 12-9 впереди Такада. Зрители кричат, требуя остановки боя, но Олбрайт не из тех, кто сдастся вот так вот просто на милость победителю. Но неужели он пропускает еще несколько ударов? Да что ж такое? Олбрайт же знает, что это его слабое место. Все-таки захватил он ногу Такады. И что сейчас? Бросок! Очень болезненный бросок для Такады. Чрезвычайно болезненный. И, естественно, ага, судья не открывает счет, а Олбрайт берет Такаду на болевой, на сразу же на две ноги. Проводит болевой прием, защепляет руки в замок, и Такада будет пытаться ползти к канатам. Олбрайт 350 фунтов, не надо забывать это. Почему же он не встает, не сопротивляется Такаде, а? Ну, вы сами все видите. 11-9. Не использовал своего преимущества Такада вот в этих ударах ногами. А вот такой бросок для Олбрайта чрезвычайно неприятен. Все-таки такая туша. И неужели? Нет. Удается Гарри Олбрайту взять в руки в замок. И сдаваться Олбрайт тоже, естественно, не собирается. Телевизионщики подбежали. Да, дотронулся Олбрайт до канатов. 11-8. И 11-8 впереди Такада. Этот бросок бесследно для Олбрайта не прошел. Мы это видим. Хотя все равно Олбрайт показывает готовность продолжать этот бой. Сейчас ему надо в очередной раз захватить ногу Такада. Конечно. Какой был час удар. А еще раз открывает счет. 11-5. Олбрайт готов. И естественно, он понимает прекрасно, что еще один такой удар, и бой может остановиться за явным преимуществом Такады. Олбрайт не может позволить себе такой роскоши, но сил у него уже тоже не так-то и много.